Привет, вы на канале «Наша жизнь в Америке». New life is my life. Сегодня у нас распаковка подарков для Антошки. Для готовящегося дня рождения. В общем, сначала распакуем это. Да, давай. Или это? Нет, я это. Давай я. Нет, ты будешь рассказывать. Ну ладно. Рассказывать? Я хочу быстрее посмотреть. Так ты будешь смотреть первое, распакуем. Смотри первое. Так ты рассказывай, что ты. Итак. У Антоши есть свой канал, которым он занимается, занимается его развитием. И мы решили, он не знает об этом подарке, мы решили заказать ему шапочку. Ну, раз занимается развитием, это может... Он старается, он его оформляет, он снимает видео. Да, что это значит? Правда, выкладывает не очень много. Потому что он занятой человек, знаешь, да. Учится в школе. Да, много уроков, много всяких других дел. И, пользуясь случаем, по старой традиции, мы просим всех Кот, давай, открывай. Подписаться, сходить на его канал, подписаться, можете глянуть, можете не глянуть, но ему будет очень приятно, если у него количество подписчиков вырастет, и вы можете сделать ему такой подарок. Мы очень благодарны тем, кто подписался на Сашкин канал, это было более 70 человек, поэтому, если вас не затруднит, еще раз просим. Малыш наш впечатлился. Вот его картинка уже, вы видите. Сходите, пожалуйста, подпишитесь. Мы вам будем очень благодарны. Большое спасибо заранее. Так, ну, а кепочку сейчас... мы заказали. Это не просто кепочку, мы заказали на ней логотип нашего канала Антошина. Блин, как упаковано. Класс! Сейчас вы ее увидите. Вообще, я в шоке. Блин, так она заваренная вся. Ну, зачем ты работаешь? Так, этикетка нас не интересует. Быстрее. Блин, она офигенная. И это не просто принт, как бы, а оно вышито. Короче, крутяк. Короче, крутяк. Вот. Все прямо как у него на канале в шапочке. Ну, в шапочке канала. Так все и на шапочке. Да, и видишь, хорошо, что... Шапка классная. Что-то написано. Спортсмен написано. 100%. Так, Экзиана Мейден. Чина, Чина, стопроцентный катон. Ну, вот такая вот внутри, чтобы стоял этот передок. Зай, она такая высотенькая. Давай я одену. Ты покажи, как оно классно. Ну, так я ж показал, ну вот, я не знаю, это я потом отдельно сниму без нас. В общем, это вышивка. Сначала мы пытались заказать Home Depot. Щечка не розовенькая. Ой, маркером нарисовано. И зиброагент не написано. Зайна, видимо, в общем, сначала мы хотели заказать, ну вот так вот это выглядит. Блин, Кот, ты вообще крутой, я тебе такой закажу с этим своим каналом. С твоим каналом. С моей фотографией. Короче, подписывайтесь, и потом мы можем разыграть такую шапку с нашего канала. Это мир. Кто хочет шапку с канала «Наша жизнь в Америке» New Life is My Life, голосуйте за это в своих комментариях. Давайте наберем 1000 комментариев, давайте 1000 лайков и разыграем такую шапку от нашего канала. Блин, класс, я очень довольна. Я представляю, как будет доволен наш Антоша. У него все гейминг. Класс. Gaming isn't a joy. Joke. Ну, в общем, здорово. В общем, сначала мы хотели заказать в Home Depot. Где-то мы про это уже много рассказывали, но, наверное, расскажем мы здесь. Да. Потому что тот ролик выйдет однозначно позже. В общем, там было очень много проблем. Надо было заказать не одну шапку, а минимум 12. Картинка. И которых можно было заказать 12, они стоили $27 одна кепочка, и по итогу это получалось вместе с работой около 400 или, ну, короче, какие-то большие деньги. Потому что когда, в принципе, нам парень, который этим занимался, сказал, что их будет 12, я такая, блин, 12, потом думаю, ну ладно, Антоша там друзьям, допустим, по шапке подарит, там бабушка приедет, шапку подарим, да, ну, как бы куда-нибудь бы мы их дели. Ну, когда я услышала сумму около $400, я подумала, что, ну, в следующий раз. Эта шапка обошлась, вот это, кстати, светоотражающая штука, она обошлась в 34. Ну, короче, около $35. Ну, что классно, вот. Именно в этом, да, месте можно заказывать, хочешь одну, хочешь две, как бы. Да, да, да. Нет ограничений. И что классно, то, что это вышивка.
а не какая-то наклейка. Сереж, ты знаешь, что вот я хочу сказать, похвалить себя. Похвалить себя. Ты же хотел просто черного. Смотри, как оно хорошо смотрится, белое от строчка, оно как зеркало. Ну, ну, немножко перекликается нет, с тематикой зеркала. Ну, ты черную показывал. Я говорю, давай возьмем с этим. И вот это мне, в принципе, да? нравится штука. На липучке. Ну, размер. Даже, наверное, лучше, чем на этих таких вот. Давай тебя повторим. На меня не замерять ничего. Ну, в общем, классная бейсболка. Я думаю, он будет в шоке. Антоше мы заказали, и оно у нас уже есть, но мы, наверное, показывать не будем. Обычно мы украшаем дом, развешиваем шарики. Это вы увидите уже в другом видео. Ну, в этот раз мы решили сделать Антоше что-то, как наш Саша говорит, что-то спешл. И мы полностью как бы будем оформлять день рождения в тематике Fortnite. Потому мы что шарики это их любимая заказали, игра. Растяжка, там какие-то. Ну, я, короче, не знаю, кто это, какая-то девушка. Короче, это герой Fortnite, как я понимаю. Девушка, там много девушек и мальчиков. Да. Там все персонажи, целая куча. Да. В общем, кто с нами на канале давно, вы видели, как мы на день рождения. На Новый год украшаем нашу обеденную. Ну, мы в обеденной части в основном украшаем. Ну да. Вот. Ну то, подожди, общем, на Новый год мы украшаем ну, весь кухню, дом, само собой. Скажем, там. Ну а на день рождения это только вот в обеденной. Ну, они туда немножко в зал вылазят, эти шарики и растяжки. И шарики тоже Fortnite. И установка на торт с этими героями. Короче, я очень тоже довольна. В общем, кто хочет увидеть заранее, сходите в предыдущие влоги, посмотрите. Или совсем скоро. 28 октября. Ты на меня так посмотрел сейчас, Котик, да? Как будто ну, ты сомневаешься. Не то самое. Вот, поэтому к этому дню надо обязательно подписаться на Антошкин канал. А это вторая штука. Эта машина называется Агира РС. Это, конечно, машинка не играться. Так ты ну, скажи, почему именно это? Как скажем, в принципе, играться можно, но понятно, что Антоша уже большой, он играться не будет. Вот. Но она ему понравилась. Почему она ему понравилась? Сначала ему нравились там всякие Ламборгини и прочие дела. Когда он вырастет, он хочет такую машину себе. В общем, машина стоит... Вот эта машина стоит где-то $15. Она металлическая, вот. Да? В нее надо еще батареечки, потому что с батареечками тут где-то можно будет нажать, и она будет еще включать фарки. У нее, значит, открывается капот. Я думала, только дверки открываются. Дверки тоже открываются, но почему-то ее... А, вот. А, они вверх открываются. Как-то я не могу открыть ее. За что подцепить ее? Так, котик, не ломай хорошую вещь, сейчас берется. Раньше времени, да? Я не могу она понять, или она за... Что ее... А, нет. Почему-то не могу. Капот сейчас проверим. Так а почему двери не открывается? Капот, ты открываешься или нет? Капот. Да, открывается, он отдельно идет. Как бы отдельно? Он очень туго открывается. Капот так открылся. В общем, она должна еще фарками там что-то светить, но для этого надо батарейки. Почему-то сказали, что батарейки с машиной не идут в связи с, там, с какой-то фигней. Вот сюда они вставятся. Тут, видимо, какой-то динамик еще стоит. А что с дверью, не пойму. Я не могу понять, как она открывается. Вверх. Наверное, вверх, но я почему-то не могу ее открыть. Не хотелось бы отломать раньше времени. Так я говорю, пускай сама. Вот такие мы распаковщики. Вот, а вообще такая машина стоит 2,5-3 миллиона. Да. Да, вот. Она, ну, короче, это спорткар, очень классный. Очень модный и молодежный. Вот. И что я про нее еще хотел сказать? А настоящая моделька оригинальная
стоит порядка 350-400 долларов. Она продается со специальным таким постаментиком и бла-бла-бла. Вот, ну, решили, что, наверное, пока мы, наверное, вот так. Обойдемся. Обойдемся за 14 долларов. Ну и как ты ее открыла? Ну, потянула и открыла? Или потянуть надо на себя? Ее как-то вот нужно вот этой мне рукой легко делать. Она как бы немножко вытягивается? Вытягивается сама дверь сюда. Ну, дверь вытягивается как-то так. Да, тяни, не бойся, Сережа. Ну, сам так сам. В общем, вот такая вот у нас распаковка. Ну все. Всем, кто был с нами, всем спасибо. Еще раз просим подписаться на Антошкин канал. И все. И как Антоша говорит, и да, в конце. И да. Зачем они это говорят? Это такая фишка. Очень многие дети говорят, и даже взрослые, они так поговорят, и потом, когда вдруг что-то говорили и не знают, чем закончится, они такие, и да. А вы были на канале? Наша жизнь в Америке, но еще хочется открыть. New life is my life. Рассказывайте, что вы дарите вашим детям на день рождения. Какие подарки, что они у вас заказывают. Вот это у нас будильник, что надо уже начинать выезжать в школу за детьми. Это получается, вот эту игрушку он заказал. Это подарок от нас. Подожди, он это не просил. А, он не просил, не, это мы это сами заказали, это. Да. Это мы заказали сами, потому что мы подслушали и узнали, что это его любимая машина. Зай, короче, хорошая дверь. Все. Ну, а что он заказывал? Он попросил обновление PlayStation. Это, да? PlayStation Plus. Да, вот это. Это обновляется. Какую-то игру в PlayStation и Lego конструктор, модельку машины. Шевроле типа Камаро. Да. А все остальное мы... Это будет сюрприз. Да. Ну, надеюсь, вообще все такое, блин, черно-белое. И шарики же черно-белые. Один в один. Слышишь? Шарики нам надо будет еще гелем пойти надуть. Вот, ну, и да. Всем пока-пока, хорошего настроения. Пишите ваши комментарии. Бай-бай. Пока-пока. Зай, шок, как он вообще. Понял.